Не объясните, вам Вячеслав Викторович здесь камни клал. Вам Володин этот садик строил лично? Нет. А почему вы такие публикации и статьи с таким названием посты выставляете? Вы для чего это делаете? Володинский садик. Он его строил? Он вам выбивает землю. Он вам выбил финансирование. Вот для этой территории. Вам построили детский садик, строители. Есть дефекты. Дефекты понятны. Гарантийные обязательства. Гарантийное обязательство на несколько лет. Вы обращаетесь тогда ко мне, обращайтесь тогда к нему. Вы для чего все это делаете? Нет, подождите, если дефектовка была, когда сошел снег, у нас весна была очень теплая. Если сошел снег, если дефектовку уже видно было, когда сошел снег, и до сих пор, пока не выложили, ничего не сделали. Вам поясню, я вам сейчас технологически поясню. Дефектовка была, когда сошел снег. Мы прекрасно понимаем с вами, что сначала должно основание высохнуть. Сняв это работы на один день. Сняв и положив на мокрое основание, мы мы выполним некачественную работу, и потом оно опять просядет. А вы что, когда вы приезжаете и когда вы... Вы скажите, у нас с вами коммуникации нет? Вы для чего делаете-то эти публикации? Есть подрядчик, он будет отвечать. А нет. Вы начинаете уже, ребят, пользоваться, понимаете? Не задействуйте. Вы начинаете, ребят, пользоваться. Нет. Трифонов, Филипенко, Вячеслав Викторович. Вы тут построили у нас все это. Вы для чего это делаете? Ну, вы просто отбиваете желание человеку помогать. На каждый чих председателю Госдумы. Еще раз говорю, проходите, значит, все вместе, делайте дефектовку, неделю на устранение и ставим точку. Сергей Владимирович, коммуникации держите, по понедельникам, по субботам встречайтесь, проводите встречи. Есть вопросы, которые необходимо решать, выходите, давайте собираться. Чего мы через рупорт до первых лиц государства? Что надо сделать? Он что, должен приехать в Москву, что ли, это делать? Все, я вас прошу просто. Все, поняли, Михаил Александрович.